Лао-цзы. Тао-де-цзэн. Фото-перевод. Глава 77. Небесное Дао напоминает натягивание лука. Когда понижается его верхняя часть, поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и отдает отнятое тому, кто в нем нуждается. Небесное Дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них отнято. Человеческое же Дао наоборот. Оно отнимает у бедных и отдает богатым то, что отнято. Кто может отдать другим все лишнее? Это могут сделать только те, которые следуют Дао. Поэтому совершенно мудрый делает и не пользуется тем, что сделано. Совершает подвиги и себя не прославляет. Он благороден, потому что у него нет страстей.